запустим сервер и клиент. Make server my client. Сегодня мы будем конфигурить синхронизацию времени. Синхронизация времени очень важная вещь в операционных системах, в сервисах. Многие сервисы привязаны к синхронизации времени. Ну, наверное, наиболее жестко это сервисы типа Kerberos, которые используют точное время при задании своего тикета. Ну и все остальные тоже требуют точного времени. У нас есть основной демон точного времени NTP, Network Time Protocol. В седьмом Red Hat у нас появился более легкий демон Chrony. Вот он у нас уже стоит. А если мы хотим NTP поставить, вот он спокойно ставится, но они не могут вместе работать с Chrony. Или NTP, или Chrony. Мы NTP ставить не будем. NTP до сих пор используют некоторые сервисы, например, сервис IPA, это сетевой каталог LDAP плюс Kerberos и еще куча всего, аналог Active Directory. Он использует NTP, а Chrony только на клиентах. В данном случае Chrony и на клиенте, и на сервере. Может быть, сейчас у нас на сервер сконфигурен как клиент для демона времени. Давайте посмотрим, как вообще работают с временем. Time. Date control. Вот у нас есть программа. Тут MC запущу. Тут у нас есть программа Time Date Control. Это программа из пакета SystemD для управления временем с системой запуска systemd man. Можно посмотреть, вот видите, тут мы можем работать, устанавливать время. Мы устанавливаем таймзону и так далее. Тут у нас все настройки: локальное время, универсальное время, таймзона, OTC у нас тут поставлено, NTP есть, NTP синхронизованная есть. У нас нету real-time клока, в машине не привязано. Стандартные утилиты для работы с временем — это date. Она выдает системное время, позволяет его по-разному форматировать. Вы уже видели это в лабораторной с MySQL, когда мы делали с помощью date название файла для бэкапа. Значит, и, собственно, вот текущее время выдает. И у нас есть Hava Clock, HW Clock. Это Hardware Clock. С помощью Hardware Clock мы можем что сделать? Мы можем посмотреть, как просто хардварное время. Мы можем хардварное время переписать на системное, то есть системное будет такое же, как железное. Мы можем, наоборот, системное время записать в железо компьютера, чтобы
Если у нас часы на компьютере идут не очень правильно, то подправить их и так далее. Для синхронизации времени у нас есть утилиты у НТП свои, у Хрони свои. Так вот, Хрони — это, как я говорил, упрощенный вариант NTP. Проще работать с ним, меньше всяких вещей. У нас Хроник Control, Хроник. И давайте мы посмотрим источники времени. Вот у нас он сгенерил, он какие-то источники времени. Давайте посмотрим, а где они прописываются-то. Вот у нас есть файл Chrony. Вот у нас источники времени. Это на самом деле не конкретные адреса. Это пул, то есть набор адресов. Они все к NTP.org цепляются. И там у нас список железных часов точного времени. Соответственно, у нас строится иерархия часов. Ну, как у нас самый верхний уровень. Это точные, суперточные часы. Ну, например, какие-нибудь в американском Министерстве обороны. Потом следующий уровень синхронизируется с предыдущим и так далее. Железные часы обычно ставят на 10 уровне, ну и самый нижний уровень 16, там вообще доверять нельзя. Хорошо бы, чтобы мы цеплялись к первому или второму уровню, но это как повезет. Вот у нас этот уровень называется страта. Вот он тут прописан. Это у нас сдвиги этих часов, которые там. Ну, как вы видите, достаточно хорошо мы синхронизируемся, но нам хочется не только синхронизироваться с другими часами, но и задать синхронизацию в рамках нашей сети. Собственно, мы это и будем делать. Значит, вот у нас некая информация по тем часам, которые есть. Ну, при желании мы можем их не пул адресов, а конкретные адреса прописывать. Более тонкая информация. Мы синхронизируемся именно вот с этими часами. Можно синхронизироваться и с другими. И вот по тем часам, которые синхронизируются, мы получаем более подробную информацию. Итак, давайте мы сделаем следующим образом. У нас сервер будет сервером синхронизации, а все клиенты будут синхронизироваться по нашему серверу. Что мы сделаем? На данный момент он у нас клиент, но мы раскомментируем эту строку, которая прописана, собственно, через кого мы можем подключать, каких клиентов можем подключать. Вот у нас разрешено сеть 192.168.16 подключать. И System Control.
Посмотрим, какие порты у нас открыты. Ну, естественно, в TCP его нету, потому что этот протокол идет по UDP. Вот Chrony идет IP4. NTP протокол, а это 323, это протокол управления. То есть тут мы управляем с локального хоста. А так мы можем еще управлять с удаленного хоста часами на нашем сервере. Но мы, естественно, это никто не открывает. Нам это не нужно. Firewall KMD get services. Итак, у нас на букву N NTP. Ну вот мы NTP и откроем. NTP. И тут сделаем на клиенте тоже настройки. NC. А тут настройки Ctrl-Shift. Следующего типа. Мы оставим только сервер. Сервер Usernet. Перестартуем. И давайте посмотрим. Chronic sources. Вот видите, что мы видим только один сервер, поскольку наш сервер синхронизируется по второй страте. Вот, то он попадает в третью страту. Синхронизировался бы по первой страте, стали бы второй страты и так далее. Теперь наш сервер будет считаться третьей стратой, а мы по нему синхронизируемся. В результате мы получаем, что у всех клиентов локальной сети одно и то же время. Синхронизация идет по одному и тому же времени. Поскольку синхронизация происходит регулярно, во-первых, мы уменьшаем незначительно, конечно, трафик. Во-вторых, этот трафик может резаться UDP все-таки, поэтому синхронизация внутри локальной сети имеет свои преимущества перед тем, что вся сеть синхронизируется по глобальным часам. Вот таким образом мы настроили NTP протокол в рамках локальной сети. Ну, хочу заметить, что NTP Daemon чуть, NTP D чуть посложнее бы настраивался, но в принципе тоже никаких проблем.